الشيطان <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي وسيستري продолжаем наше обсуждение посвященное вопросам идеологии На прошлых занятиях мы говорили о единобожии. В частности, несколько предыдущих занятий мы посвятили вопросам единобожия в созидательстве. Мы говорили о том, что Аллах, единый Бог, является создателем всего, каждой вещи, вне зависимости от того, о чем мы говорим, в том числе деяния, действия человека. Даже они являются творениями Бога, потому что Он, Бог единый, является творцом всего, без исключения, абсолютно всего, является творцом каждой вещи. И для этого мы привели ряд доказательств разума. И также ответили на ряд очень важных сомнений. Сегодня приведем несколько доводов и доказательств из Откровения, в частности, из Священного Корана, и позже разберем взгляды, которые имеются на этот вопрос в мусульманском мире. Что говорит об этом Священный Коран? Священный Коран говорит следующее. Аллаху Скажи, что Он Бог единый что Он, Аллах, является Творцом всякой вещи. В другом аяте Священного Корана говорит следующее. «Я, Айюханнес, Аллахи алейкум, халь мин халигин гайруллах». О, люди, поминайте милости Аллаха, дарованной вам. Разве есть у вас Создатель, кроме Бога единого, кроме Аллаха? Есть ли другой Создатель, кроме Аллаха, который дарует вам из небес и земли? Эти и множество других текстов из Корана, из преданий свидетельствуют о том, что только Он, только Аллах является Творцом небес и земли, только Он является Творцом всякой вещи, он единственный Творец, Он единственный Созидатель, только Он творит. Дело в том, что в Священном Коране использовано слово «халик», то есть «тот, кто творит», мы это переводим обычно как «тот, кто творит», «творец», «создатель». Но дело в том, что «халик» — это не просто «тот, кто творит», дело, то есть используя именно это выражение, именно это слово Всевышний хочет указать на то, что он является творцом не только в том смысле, что он создает из ничего, потому что Халик имеет немного большее, более обширное значение, чем просто тот, кто создает из ничего. Таким образом, указывая на то, что не только начало всему дал Он единый, только Он дал начало всему, но и более того, и движение, и существование, и переход из состояния в состояние. Другими словами, движение каждой вещи также является его следствием, он является творцом всех этих движений, изменений и переходов из состояния в состояние. Потому что если бы Всевышний хотел бы донести мысль о том, что все сущее было создано из ничего только им, то было бы использовано немножко другое слово, отличное от того, которое было использовано. Но халях имеет намного более обширное и широкое значение. И касается не только созидания из ничего. То есть, представьте себе, материи не было. Не было никакой материи. И Бог создал материю. Только не только это называется созидательством, не только это называется творением, но и изменение, и эволюция этой материи. Постоянное изменение материи, постоянное изменение Вселенной. Это также называется созидательством, также называется халатом. Поэтому все процессы, все, что происходит, согласно священному тексту, согласно аятам священного Корана, все это является следствием Бога. Бог является начальной причиной всех этих процессов, всех этих вещей, всех без исключения. Опять-таки, нужно подчеркивать, мы ранее об этом говорили, что речь идет здесь о начальной причине. Потому что условия также в той или иной мере можно назвать причиной. Мы приводили пример, что если бы родители обещали своему ребенку подарить ему велосипед при условии, если он получит отличные оценки в семестре или в году, то... Отличные оценки тоже в какой-то мере, в каком-то смысле могут быть причиной наличия у этого ребенка, у этого человека велосипеда. Но отличные оценки здесь играют роль условия. То есть с трудом это условие можно назвать причиной. Кто-то может все-таки придать более обширное значение слову ⁇ причина ⁇ и также условия назвать причиной. В этом нет никаких проблем. Если вы подразумеваете под причиной именно это значение, более широкое значение, то да, условия также являются причиной. И люди, вещи, которые происходят вокруг нас, события, которые происходят вокруг нас, они тоже в какой-то мере, в каком-то смысле являются причиной. Но не начальной причиной то есть не тем, кто созидает, кто создает, кто дает начало тому или иному событию, той или иной вещи, тому или иному изменению, тому или иному движению. Начальной причиной является только Бог. Это необходимо учитывать, что речь в данном случае идет о начальной причине. Мы не хотим сказать, что вещи предметы, события, природные явления и так далее. Там подобное, что все эти вещи не играют никакой роли в происходящем вокруг нас. Нет, они играют роль, играют роль условия. Но начальной причиной, согласно доказательствам и доводам разума и откровения, они ни в коем случае быть не могут. Теперь нам необходимо коснуться точек зрения, которые имеются относительно данного вопроса. Дело в том, что имеются в мусульманском мире разногласия по данному вопросу. И эти разногласия касаются не принятия или отрицания самого вопроса единобожия в созидательстве. Все мусульмане без исключения согласны с тем, что единственным творцом, единственным созидателем является Аллах, единый Бог но имеются разногласия относительно понимания того, что из себя представляет единобожие в созидательстве. То есть разногласия касаются относительно толкования единобожия в созидательстве. Так как все прекрасно понимают, все прекрасно согласны с тем, что откровение и ислам проповедуют единобожие в созидательстве, в частности, принимают те аяты, которые были озвучены нами чуть ранее. Поэтому все мусульманские течения согласны с тем, что Он единственный Творец, только Он является Творцом. Но, столкнувшись с рядом сомнений, с рядом вопросов, они, те или иные исламские течения, толкуют это единобожие понимание. Единобожие отличается от истинного понимания, от верного понимания. Например, ашаритская школа, столкнувшись с одной из сомнений, а именно сомнением о том, что если только Бог является Творцом и Созидателем, как следствие деяний людей, в том числе являются Его следствием, Его деянием, деяниями Бога, то каким образом Бог наказывает людей за их деяния. Или же награждает их за их деяние. Почему Бог, который совершает сам совершает действия, награждает и тем более наказывает людей за их деяния. И Ашариты здесь утверждают о том, что даже человеческие деяния, то есть предавая, единобожию в созидательстве абсолютный характер, утверждают, что даже деяния людей являются следствием Бога, деяниями самого Бога. И на вопрос о том, почему же Бог наказывает людей за деяния, которые сам же совершает, они отвечают, что преступникам и грешникам и совершившим благое и доброе деяние является сам человек. Не по сути, а по названию. Это очень удивительная точка зрения, удивительная теория, с которой разум не может никак согласиться. Согласиться с тем, что по сути действие совершается Богом, но действующим мы называем человека, совершившим грех, совершившим Воровство, солгавшим мы называем человека. Хотя они говорят, что именно Бог совершает это деяние. Бог совершает это действие, потому что он единственный созидатель Бог совершает кражу. Бог, соверш... Бог лжет. Но лжецом и вором мы называем именно человека. Это довольно-таки удивительная точка зрения источником которого является беспомощность в разрешении данного вопроса. Каким же образом Бог считает себя правом наказывать и награждать людей, если все деяния совершаются им самим? Мы ранее отвечали на это сомнение. И верный ответ заключается в том, что Бог даровал человеку свободу воли. Именно воля является условием совершение того или иного действия. То есть человек, совершая и намереваясь совершить какой-либо поступок, выбирая тот или иной поступок, то то или иное действие уже становится ответственным за это действие, несмотря на то, что у него нет мощи и сил для совершения этого действия, и эти мощь и сила даруются именно Богом. Но так как Он сам выбрал, Он сам вознамерился, И Он сам решился на этот поступок, И Он сам захотел совершить этот поступок. То есть обратите внимание, когда человек решается, имея свободу воли, решается совершить тот или иной поступок, Всевышний дарует ему силу для этого. Именно поэтому каждый раз, когда мы решаемся поднять руку, опустить руку, и получаем и, и совершаем этот поступок с помощью Бога, силы Бога, могущества Бога, мы можем в какой-то момент решить, что на самом деле это мы совершаем это деяние. Но дело в том, что единственное, чем мы обладаем в данном случае, это свободой выбора, волей, решимостью, решением совершить то или иное действие. И это самое решение является условием условиям, при которых Бог совершает то или иное действие, дает и награждает человека силой и могуществом для совершения этого действия. Это одна из точек зрения, которой придерживаются ашаритские ученые, ашаритские идеологи. На следующем занятии мы разберем вторую точку зрения который также имеет важное значение для понимания данного вопроса, для понимания вопроса единобожия в Созидательстве. На этом все. Вассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракату.